Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберем ваш вопрос, который заключается по большому счету в том, что вы уходите от девушки, которую любите. И что самое интересное здесь, это, пожалуй, то, что вы такое впечатление, что вот сам факт того, что уходите от девушки, ну, воспринимаете как что-то такое вот само собой разумеющееся, условно говоря. То есть вы уходите от девушки, ну и все. То есть просто вот уходите от девушки, все, не знаю почему. Вот, не знаю почему. Вы, может быть, и не знаете, почему вы уходите от девушки, но разобраться с этим наша с вами задача. Наша с вами задача разобраться с тем, почему вы уходите от своей девушки. Чего вы боитесь? Возможно, вы боитесь ответственности. Возможно, вы не можете принять ее ребенка. Вот. Ну, в том смысле, что на подсознательном уровне вам, ну, как-то может быть неприятно то, что ребенок вот там, грубо говоря, не от вас. Вот, вам это может быть не по душе, вот, вам это может не нравиться, вам это может быть как-то вот неприятно, но признаться в этом, в том, что вам это неприятно, вы не можете себе, например. И, соответственно, вы вытесняете. То есть вот можно так сказать, что вы вытесняете. Ну и другие причины, совершенно различные. Вот. Начиная там. Вот тут. Страхом перед ответственностью, вот, и заканчивая вашими собственными, к примеру, комплексами, вот, относительно самого себя. Все это нужно исследовать, разбирать, да? То есть вы вот пишете, что, значит, что делать. Ну, если вы спрашиваете, что делать, то обращаться к отдельно взятому специалисту и с ним работать. Вот. Значит, вот вы пишете, мы с девочкой были год вместе, у нее уже есть ребенок 6 лет. Я, маме так сказал, вошел в их семью, стал частью ее. Мы начали жить вместе почти сразу. Ну вот, вероятно, здесь вы поспешили. То есть поспешили сразу начинать жить вместе. Возможно. Вам нужно было бы получше друг друга узнать. Вы слишком резко, слишком быстро это сделали. Дальше. Значит, через 2 месяца после начала отношений начал искать причины, чтобы уйти. Ну, опять же, да. Вот вы пишете, уходил не гулять, ни к другим. Брат уходил, возвращался через 1-3 дня. Бывало, доходил я 2 недель. Сейчас, спустя год, я сделал это уже, наверное, несколько, наверное, раз 5. Она устала от этого, но я сам не понимаю, почему это происходит, и ухожу через час уже скучаю. Да, вы описываете в определенной степени зависимость, эмоциональную зависимость, в том числе от девушки своей. Ну, это корректируется,
принципе, более чем. Вот. Просто нужно разобраться с тем, как это вообще происходит у вас. Да? Вот. Что происходит. А дальше. Значит. Так, а вы пишете, значит, каждый мой уход по моей инициативе, я специально цепляю за все еще причины, но знаю, что люблю, она меня любит. Ну вот. Не мешало бы раскрыть несколько более детальнее, что вы понимаете под любовью, да? Возможно, это некая боязнь серьезных отношений или защитная реакция, да, возможно, с этим нужно работать, это нужно ну, более подробно поисследовать. Так, я думаю, что это точно не относится к ненагуляции. Ну, а почему вам пришла в голову эта идея, что вы могли не нагуляться? Или что вы не могли не нагуляться? Вот, я безумно люблю ее и ее сына. Это мои первые длительные серьезные отношения. Ну, вот, возможно, тот факт, что это были первые серьезные длительные отношения, вас пугает в некоторой степени. Вот. А вообще, вот тот факт, что вы так хотите освободиться, это проблема личной границы. Вот. Выбирайте себе специалиста, обращайтесь, разберемся, вот, и выработаем какие-то решения для вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился вам мой ответ, вот, то обращайтесь. Буду рад помочь вам. Вот, ну, смотрите также другие ответы специалистов. Обращайтесь. Главное, обращайтесь. Главное, не затягивайте проблему, да, не затягивайте ее решение. Вот. И не оставляйте все на самотек. То есть вот ваше обращение, да, это вот такой первый шаг. Первый, но не единственный. Всего вам доброго и удачи!